Я всех приветствую. Мы продолжаем проходить на пороге войны предстояния. Миссия «Ночной призрак» на ваших экранах. У повстанцев в Юдове обнаружены танки, которые предстоит уничтожить. Еще там должны быть гранатометчики, с ними тоже нужно расправиться. Вы начинаете миссию в лесу к северо-западу. Проникните в вражескую территорию в квадрате. Ликвидировать танки. Ликвидируй гранатометчиков, покиньте район выполнения задания. Что ж, все предельно ясно. Опять мне вот. Неужели это этот Джеймс Бонд? Легендарный. Думаю, хватит. Все. Ночное видение. Проникнуть в вражескую территорию. Но это мы умеем, в принципе. Так, второй. Так, идем к базе. Сейчас будем думать, как проникать в нее. Что да как. Пока что подойдем поближе. Находится в таком маленьком ущелье. Так. Интересно. Посмотрим, куда они идут. Меня они, естественно, не видят, я же в черном. Отлично. Очень повезло. Так. Ликвидировать танки нужно. Так, вижу танки. Что-то как-то уж очень много всякого. Там идет человек. Здесь у нас танки. Там что-то у нас есть. Вон там костерчик. Что же, будем просто аккуратненько подползать, ставить мины. Все будет хорошо. Так, замечательно. Десять часов.
принципе, такая стандартная миссия, стелсовая. Что-то подобное мы уже видели. Cold War Assault. В оригинальной кампании. Итак. Пластиды ставим. Эти танки точно уничтожатся. Насчет Т-80 не знаю. Главное не нажать кнопку подорвать. Все танки. А то я могу кое-что провернуть. Что-то их много. Что-то их очень много. Ликвидировать танки, ликвидировать гранатометчиков. Что, сейчас этим займемся? Сейчас опасная ситуация. Итак, 3, 2, 1. Сейчас еще этих. Танки и гранатометчики уничтожили. Все, я отправляюсь в убежище. Со спокойной конец душой связи. Уходим. Замечательно. Идеально. Настолько идеально, что даже могу себе позволить стать. Как бывает, встанешь, тебе сразу же начнут стрелять. Но они скорее уже просекли, откуда их уничтожили. В лежачем состоянии они нас по-любому не видят, если они, конечно, не в 5 метрах от нас. Так что лежа можно спокойно. Куда стреляли, тоже не понял. Наверное, тот патруль наткнулся на него случайно.
Так. Тут еще есть база. Это вообще опасная территория, тут, как я понял. Так, ну ходить могу, так что все хорошо. Вроде мои, свои, то есть свои. Какие мои-то? Второй, не знаю, зачем мне нужен был. Здорово. Задание выполнено. Отличная работа.